Ребята, привет! Сегодня расскажу вам немного о своей BMW. Вы год про нее не слышали. Произошла авария примерно год назад. Не сильная, но она пострадала. Левый глаз у черного подбили. И год времени я искал, где, чтобы хорошо и дешево. Нету такого, это мистика. То есть. Но я нашел. Год времени я потратил на это, я нашел. Машинку сделали, ее полностью восстановили, она сейчас в идеальном состоянии. Ну, как мастер меня заверил, Олег, это стекло. Я сейчас приехал, посмотрел, она еще не готова до конца. Я посмотрел, и я доволен тем, что есть на данный момент. Осталось там повороты вставить, такое, мелочь. Значит, вы увидите, что было. Я вам покажу, как это делали, и покажем конечный результат. В конце видео я вам скажу, сколько это все обошлось, потому что ценовая политика в Израиле очень разношерстная. Значит, в городах это очень дорого. Даже в городе, в Хайфе, в арабском секторе считается дешево, но это дорого. Я же нашел Кфар, это деревня арабская, где занимаются именно автопокраской. Здесь полностью восстанавливают любые проблемы с вашим автомобилем. По кузову, по пластику, краска, лак, все что угодно. И это недорого. И делают ребята качественно. Я посмотрел те автомобили, которые они делают, которые они уже сделали. То есть работа их, я был доволен, поэтому я как бы не сомневался поставить к ним. И это не рекламное видео, если вам нужно будет контакты этого человека, просто напишите мне в личку, и я вам скину точку на карте, телефоны дам. Человек общается на иврите, немножко на русском, это араб, но хороший чувак, который заслуживает такого внимания, что я решил снять именно видео. Вот тут сейчас у него, возле его автосервиса. Вот. Ну что ж, пойдем пройдем к машине. Ребят, хочу обратить ваше внимание, что в Израиле, в принципе, встречаются брошенные машины вдоль дороги, в промзонах стоят одна, две, ну так. Такое количество машин, которые я встретил здесь, смотрите, брошенная свалка машин. Обратите внимание, что это все дорогие машины, это немцы в основном. Итак, ребята, значит, смотрим на машину. Машина не красилась в круг. Машину красили точечно. Полностью элемент красился только капот и левое крыло, которые пострадали больше всего от удара. Значит, красились практически все элементы, были затронуты, кроме крыши, крышки багажника. Все остальное покрашено, покрыто лаком, отполировано. Ну, машина вся в круг отполирована. Значит, результатом я доволен. За этот объем работы, значит, делали 7 дней, ровно 7 дней, красили в камере. За этот объем работы я заплатил, ребят, вот я рассчитывал намного больше потратить на все вот это дело, на все это мероприятие, но я договорился за 3000 шекелей. Не знаю, судите сами, дорого это или дешево это, или это нормальная рыночная цена на рынке Израиля. Но вот 3000 шекелей, и я, в принципе, доволен суммой, доволен результатом.